Очередной Новый год наступает, хотя только 31 ноября. Но у нас уже все наряжено в магазинах. К Новому году готов. Правда, опять все в масках. Опять все в масках. Ой, 31 октября сегодня. Что я говорю, ноября? 31 октября. Ага. И, белки, привет. 31 октября, кстати, о птичках. Не ноября. Вон какая красота. Вон какая красотень. Мадам под елочкой стоит. Вот какая красота. Первое октября уже все готово. К Новому году уже подготовились. Олень уже прискакал с санками. Уже готов ехать за подарками. Уже готов ехать за подарками. Ну что ж, хоть это порадует нас. Царство Щелкунчика. Щелкунчик и его друзья. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Грибки, домики. Поганки там, грибочки, уголок. Здесь дупло такое, дерево. Грибочки растут. Классно. Классно. Сейчас пойдем на второй этаж. Там тоже уже народ ходит. Скрипит ногами. На улице бушует дождь, а здесь предновогоднее, в конце октября уже предновогоднее настроение. Умчи меня, олень, в свою страну оленью. Где все случится? Умчи меня туда, лесной олень. Поднимаемся на второй этаж. Картина, да, похоже на Прагу, да?
На Прагу похоже. Прага? А, на Прагу похоже, да. Зимний Прага. Вид сверху. Скрипели полы, они сейчас скрипят. Арка. Нарядили, да? Сделали арочку, нарядили, красиво. То есть елки в любом цвете, хоть черный, синий, белый, в смысле самое, наряд, да? Игрушки. Мишки хорошие.